Так, ребятушки, ну, во-первых, предупреждаю, если посторонние вдруг звуки, то окно открыто, жарко, просто по-другому, ну, никак. Наглухо закрываю, обтекаю сразу весь потом. Ну, а вот такая вот штучка пришла мне от моих друзей китайских. Отправили они, значит, мне Solar Neo Smart Watch. Вот такие вот часы, Dual Core 2 in 1, там что-то написано. Дальше мы здесь с вами видим, что экран дисплея HD 1.51, есть голосовой ассистент, так, по Bluetooth можно разговаривать, потом что-то монитор какой-то 120, значит, беготни и батареечки на 30 дней вроде как хватает, здесь написано. Батарейка, значит, 300 мАч, а здесь поддерживает зарядку 5 ватт, и что-то непонятно, да? Ну ладно, начинаем распаковочку. В описании, дорогие друзья, будет ссылочка на данные часы, а также промокод. Вот этот промокод, который, введя, вы получите скидочку. И часы вам обойдутся всего лишь 1800 рублей. С вами посмотрим, что же за такой аппарат интересный. Ну а далее включение, первое подключение, а уже после, дня через три, я вам о нем расскажу более подробно, когда похожу. Несколько деньков, короче. Так, вот здесь такая вот стоит, типа пломбочки. Видали? Вау! Раз ее срезаешь, и вот так вот коробушечку ты и вытаскиваешь. Коробочка, что самое ни на есть простая. Так, что самое ни на есть простая. Вот так вот она открывается, и вот так наши часики-то лежат здесь. Вот так они лежат. Ну, слушайте, экран большой, конечно. Так, сразу же, вот, вот эта вот фирма, вот она, они как называются. Ну и поближе я вам покажу, чуть попозже. Давайте сейчас здесь мы посмотрим, что у нас еще есть. Так, зарядочка, простые коннекторы, ну, магнитные, естественно. Вот он, вот такой коннектор, обычный под USB. И, пожалуйста, я так понимаю, что... Ага, не с любой стороны, а вот еще вот так вот. Вот видите, он сам втыкается. Раз, и он примагнитился, короче. Здесь закрыто пленочкой. Сверху тоже, как видите, пленочка. Так, ну это еще у нас не все. И далее здесь у нас инструкция. Все, больше ничего нет. Самое, что ни на есть, простая коробочка. Ну, это и понятно, потому что данные часики, а лучше, наверное, сказать, что это смарт-браслет. Больше, наверное... чем это часы, стоит 30 баксов, всего $30. Так, вот здесь информация какая-то есть, английский, немецкий, есть, да, не только английский, но вот все QR-коды там и так далее и тому подобное. Давайте запустим, посмотрим, что у нас QR-код, потом уже приступим, так скажем, ко всему остальному, наверное. Ну-ка еще раз. Переходим, да, здесь Google Play, опять-таки нажимаем, и вот оно, да, вот их приложуха, пожалуйста, мы ее с вами и скачиваем. Ладно, теперь поехали, снимаем, значит, вот эту вот штучку, дальше что мы там с этой стороны снимем, вот эту вот штучку, датчики все. Все датчики и все остальное. Кнопка Power и кнопка Sport. Вот здесь написано Power, видите, а это Sport. Кнопочка трещит. Да, кнопочка трещит. Ладно, будем нажимать Power. Включаем. Первое включение. О! Вот так запускается у нас это все дело. Здесь выбор языка. Выбор языка колесиком прокручивается. Русский язык. Так, минуточку. Я сейчас возьму свой стилус. Почему в перчатках, ребят? Потому что пальчики у меня такие, ручки не очень, короче. Руками работаю, грязные, заусенцы, там, да, всякая фигня. Так, здесь показано, язык я выбрал. Здесь написано, что нам открыть приложение и сканировать его
принципе, давайте сейчас мы прогрузим, принять, продолжить. Первое включение, войти и зарегистрироваться. Так, забыли логин и пароль, нажимаем регистрация. Пожалуйста, выберите регион, берем регион, ищем плюс 7, что он нам покажет. Нажмите, говорит, чтобы найти, настроить. Ага, разрешить, вот так мы сейчас с вами сделаем и попробуем местонахождение. Найдет он нас, нет, пока так не находит, короче. Поэтому будем искать себя. Ищем Россию. Так, что я ищу-то? Вот она, Россия здесь, видите? Россия. Следующий шаг. Пожалуйста, введите электронную почту. Ладно, вводим электронную почту. Введите пароль. Вводим пароль. Я прочитал. И регистрация. Нажимаем. Так, они мне, значит, выслали шестизначный код. Мы с вами его смотрим. 344-183. 344-183. Так, все, мы зарегистрировались с вами. Наш ник СВ. Тубе сделаем наш ник и продолжить. Фоточку потом можно добавить, хотя это можно сделать и сразу. Все. Здесь мы выбираем, значит, свой возраст. Я уже такой не молодой, но и не старый. Всего лишь полденчик мне. Продолжить. А, мужчину надо было выбрать. Ну ладно. Здесь хоть есть мужской и женский, но нет вот этих вот там гендеров всяких разных. Спасибо, хоть и на этом 167 у меня рост. Поехали. Так, вес. Вес погнали. Вот видите, сразу пишет мне, что перебор, мужик. Да сам знаешь, что перебор, как бы. Ну уж пока как есть. 33 килограмма лишнего веса сразу мне показывает. И сам знаю. Принять, продолжить, принять, продолжить. Все. Зарегистрировались мы и нажимаем на плюс. Я так понимаю, наверное, отсканируйте. Да, давайте настроим, дадим разрешение. Открываем приложуху, наводим, нажимаем включи, разрешить. Все, пошло включение. Это наше с вами первое включение. Готово соединение. Так, здесь нам надо, значит, нажать, смотреть пару, конечно, нам надо пару. Все, нажали. Здесь продолжить. Разрешить. Про погоду он спрашивает. Вот такой циферблатик нам сразу встречается. Разрешить. Разрешить. Так, где-то у нас приложуха эта новая. Вот она, отдаем разрешение на уведомление. Использование мобильных данных. Тут, так, это не то. Завершить. Начать пользоваться. Настроить. Значит, право автозапуска еще не завершено. Что это значит? Пусть будет вот так. Хотя я не знаю, что это такое. Установить сопряжение. Разрешаю. Короче, по Bluetooth не сразу он включается. В журнале не появляется. У меня, кстати, и с теми же часами была такая же самая тема. Настройка очистки. Что это такое? Еще не... Настройка защиты очистки данных. Закончил. Подтвердите, были ли выполнены все настройки. Да не знаю, какие. Защита от энергосбережения. Все, я закончил. Так, хотя это надо настроить. Да, надо настроить. Во-первых, надо дать будет разрешение контактов, однако, по крайней мере, сейчас попробую, потом дальше видно будет, нужны ли они вообще здесь. Ну, датчики по-любому надо, наверное, список вызовов, телефон пусть будет, физическая активность, это разрешаю,
СМС разрешаю. Дальше предоставлены все разрешения. Теперь иду в батареечку и неограниченно ставлю. Выходим. Вот теперь я закончил настроечку. Завершено. Соединение все еще. Да нормально все. Вот так вот. Теперь это все дело у меня выглядит. Дизайн циферблата. Так, по скольненькому сейчас пройдемся, посмотрим. Ну, циферблаты есть. Мои циферблаты. Здесь можно добавить что-то. Дальше настройки, мониторинг здоровья, автоматический мониторинг сердечного ритма есть, круглосуточный мониторинг стресса пусть будет. Что у нас тут еще есть? Мониторинг кислорода пусть будет. Так, как видите, вот так вот звоночек идет, и здесь слышно звук. Ну давайте примем теперь уж. Алло? Здравствуйте, я вам чуть позже перезвоню. Через сколько? Сейчас буквально через 5 минут перезвоню. Это мы собрались отдыхать на Аршан, просто я вот звонил как раз. Байкал курорт, это возле Байкала находится, если что. Так, уведомления. Пожалуйста, здесь о сообщениях, вот, пожалуйста, какие нужно вам, ставим. Вот так, так, сообщения. Ну и все. А, нет, да тут много всего есть, да, у нас, в принципе, обо всем есть. Можем вот здесь еще поставить фото. Короче, есть все приложухи, поэтому вот так завершаем. Дальше. Настройки телефона, дополнительные инструменты, напоминания о будильнике, синхронизация погоды. Да, местонахождение, синхронизация, все включено. Здесь у нас контакты. Можно добавить контакты какие-то определенные. Ну, вот так это приложение. А что же у нас здесь? Давайте посмотрим. Ну, теперь давайте поближе рассмотрим, значит, что же у нас тут получилось. Я же понимаю, что ни для кого не секрет, чем руководствовались данные умельцы, когда делали эти часики. Конечно, в отличие от Huawei Watch 3, это пластик. Как вы видите, такой пластик-пластик, прямо конкретный пластик. Конкретный пластик, кнопочка тоже пластиковая. Видите, вот прям показываю вам, как могу близко. Пластик так себе, хочу заметить. Бизель, вот этот вот. Ну, вроде стекло. Сам экранчик стекло. Бизель не металлический, тоже пластиковый. Тоже пластиковый. Кнопки тоже пластиковые. Вот это, по-моему, металл. Но вот это точно пластик. Хотя могу ошибаться, точно непонятно. Похоже, как пластик. Но вот это на металл похоже. Ремешочек, хочу сказать, получше даже, чем вот у этой модели. Эта модель посолиднее, она вся металлическая, но она и позиционируется как водонепроницаемая, и ты их не расшибешь, короче, такие крутые часы в плане выносливости, да. Но с ремешком они подкачали конкретно. Вот здесь ремешочек получше прям, реально получше. Он такой резиненький, хороший, короче, другими словами. Ну, датчики мерят, в принципе, измеряют пульс. Что нам еще там надо? Как я уже говорил, это более не смарт-часы, да, а именно как смарт-браслет. Дальше. Есть вот здесь такая вот штучка. Что у нас здесь, значит? Есть вот отключение по поднятию руки. Вот так, значит, вы уже поднимать, когда будете, он не будет активироваться экран. Так вот он активируется. Нажали. Вот так активируется. Дальше. Здесь звук. Так, здесь у нас, значит, включение будильников. Причем кнопочка назад. Нажимаете это назад, да? А также и свайп назад. Здесь у нас яркость. Пожалуйста, дисплея. Вот так, минимальная яркость.
Вот такая вот минимальная яркость, причем тут тоже нормальная она минимальная яркость и максимальная, тем более как бы такая прям крутая здесь яркость. Дальше поиск телефона. Телефончик ищет, кстати, хочу заметить. Вот так это все дело работает. Все, поиск работает. Что у нас здесь еще есть? Фонарик, да? Фонарик, пожалуйста. Вот так, фонаричек тоже работает. Вот это вот значит, что здесь показан серийный номер устройства. Вообще, что за устройство? Дальше версия прошивки, MAC-адрес, естественно. Дальше это QR-код подключить, чтобы сканировать, чтобы загрузить приложение и подключить часы. Здесь же сразу можно это сканировать. Ну и дальше настроечки. Пожалуйста, здесь автояркость. Потом дальше идут темы у нас. Тема, значит, с чем это связано. Вот смотрите, тема сейчас свиток. Я, значит, захожу в приложение, вот, вернее, в меню настройки, и вот так вот у меня свиточек, да. Если же я захожу в настройки и тему беру, допустим, интранет какой-то, блин. Все, теперь я вхожу, у меня вот так. Все, переключается, значит, все прекрасно. Вот таким вот образом все работает. И там есть несколько их видов, разных, короче, тем. Что у нас там есть еще? Водопад. Не знаю, давайте посмотрим, как это значит. А, ну вот водопад, вот таким вот образом все. Ну, интуитивно все, в принципе, понятно как бы. А что у нас здесь есть еще? Циферблаты, вот они стоят вот таким вот образом. Они еще переключаются на главном экране. Просто вот бизель крутите, вот, вернее, кнопочку эту крутите, и все, идет переключение, значит, циферблатов. Помимо того, что здесь есть, они еще есть в приложении. В приложении, в принципе, их тоже хватает. Сейчас я вам открою, покажу. Вот, вот, вот. И, пожалуйста, вот циферблаты. Ну, конечно, их немного, там не скачаешь их прям кучу, вот такую, как... Вот, вот. Пожалуйста. Дальше, там дальше. Вот они их разные, они загружаются, подгружаются. Ну, короче, их здесь, однако, много. Вот они все грузятся и грузятся. Есть как бы на любой вкус и цвет. Хочу сказать, что побольше даже, чем вот в этих часах. Если вас интересует, это танк 3M Ultra. Есть, по-моему, где-то в описании у меня там будет видосик. Да, даже побольше, чем в этих часах. Ну вот, все. По-моему, все, да? Вот так, значит, это касаемо циферблатов. Что у нас здесь еще есть в настроечках? Давайте посмотрим. Сейчас я верну все-таки списочек. Он мне как-то тема список получше зашла. И смотрим. Значит, здесь подготовка кадров. Ну, это имеется в виду тренировочек. Бег, там, ходьба. Вот, пожалуйста, их здесь много, можно еще добавить или убавить что-то, скрыть, короче. Дальше рекорды здесь будут ваши. Дальше частота сердечных сокращений, он их, в принципе, мерит нормально. Сравнивал я с Galaxy, вполне нормально, так же, как на Galaxy. Дальше деятельность, здесь, значит, показано все, что у нас, какие шаги там. Калории и сколько мы прошли расстояния. Дальше сон тоже будет, естественно, отражаться. Я сегодня в них посплю, наверное, посмотрю. Дальше стресс также, видите, будет здесь телефончик. Телефончик, последний звонок, открыт связь и клавиатурка есть. Пожалуйста, даже можно номерки набирать. Все, что за связь? Погодите-ка, давайте посмотрим. Я связь что-то... А, без контактов, все. В приложение надо добавлять эти контактики. Дальше измерение кислородика, пожалуйста. Здесь тоже вот так сделали, и все, и вот он пошел. Проводится измерение. Измерение проводить, не знаю, насколько долго, недолго. Сейчас посмотрим. Ну, на пальце как он проведет, не проведет, интересно. Так, 99 показал. Ну, вот измеряет. Дальше дыхание. Одна минута, потом медленный, ну, это если успокоиться надо. Погодка, кстати, нормально здесь показана. Вот погодочка, даже погодка показана по числам. На раз, два, три, четыре, пять, шесть, на 7 дней. Есть календарик.
есть SOS, добавить только надо контакт, есть будильники, секундомер, пожалуйста, есть. Есть таймеры, уже предустановленные, либо сделать самому таймер, какой хотите. Тоже есть такая возможность. Дальше у нас есть что еще? Калькулятор есть, пожалуйста. И даже камеру есть, можно удаленно. Но она, если приложение открыто, вот тогда работает, пожалуйста. И можно делать съемочку. Бац, готово. Либо вот эту задержку можно убрать, я так понимаю, совсем, да? Или нет? Ну-ка. Да, можно убрать совсем задержку и просто фототь. Вот, допустим, сейчас я вот так сделал. Готово, спуталось. Все, вот таким макаром есть управление. Значит, у нас управление, у нас тоже есть камеры. Дальше. Что у нас? Музыка есть тоже, кстати, плеером будет управлять. Уведомления здесь какие приходят. Вот все уведомления, в принципе, приходят от тех приложений, которые я задал. Тут же удаляется. Уведомления, кстати, так же, как и у Watch Huawei, вот снизу, раз, подняли, готов. Также у нас с вами здесь карточка есть, пожалуйста, вот сбоку еще, что можно сделать, как вот, допустим, ее можно отредактировать, самый низ спустились, сейчас, минутку, выйду я, вот так сделаю, в самый низ, и редактировать эту карточку, что-то убрать, что-то добавить, здесь тоже можно. Далее, добавить папку, что это такое? Это вот сюда добавляется, она, в принципе, с этой стороны добавляется. Вот здесь, видите? Раз. Вот так, потом добавить папку, и что-то вы еще можете добавить. Допустим, стресс сюда добавить, дыхание сюда добавить, там, календарь сюда добавить. Ну и все, в принципе, все, что можно добавить, уже мы добавили, хлоп, и вот теперь они у нас здесь есть. Видите? Стресс, дыхание, и все. Все, больше... ничего. Так, еще давайте я вам покажу там маленечко, что есть здесь. В принципе, мы все, наверное, сделали. Фонарик я вам показал. Найти телефон я вам уже демонстрировал. А, голосовой помощник. Так, экран. Оп. Ага, он вызывает просто, получается, Google на телефоне. Нажали, и все, и он вызывает. Ну, в принципе... можно и этим пользоваться. Фонарик, как уже сказал я. Так, он как-нибудь регулируется? Вроде нет, да? Нет, никак не регулируется фонарик. Ну, настроечки, яркость, темы. Лицо это, получается, фейсы все, какие есть. Дальше время, 24 формата, 12-часовой формат. Вибрация есть мягкий. Средний, есть сильный и гуань. Я не знаю, что такое гуань. Ну, наверное, вообще без вибрации, потому что никакой в этот момент вибрации нет. Да, отключается. Совсем гуань вообще, наверное, да? Потом, пожалуйста, перейдите в приложение, чтобы установить пароль. Пароль можно установить. Здесь изменение языки. QR-код, да, отсканируйте, чтобы загрузить приложение подключения часов. Дальше, синий зуб, что это значит? Вот управление медиа вы включили, будет вам. Экономия энергии можно включить, да? При включении энергосберегающего режима часы записывают только количество шагов и основную информацию о сне. Все. Ну и здесь система о часах, потом выключить питание, перезагрузка или сброс часов до заводских настроек. Ну, экранчик, в принципе, в целом неплохой, неплохой. Хоть они и, конечно, это же IP здесь никакого нет, с водой они не дружат однозначно, потому что здесь у нас такой информации никакой нет. Ведь никакой подобной информации, что они там какие-то, все, этого нет. В самом приложении, значит, что у нас еще есть помимо циферблатов, если мы с вами посмотрим. И вот основное меню. Вот так мы выходим само. С телефона здесь уже показано, что. Потом запись упражнений, сон, шаги, калории.
сердце, стресс, пожалуйста, кислород, женское здоровье даже есть и вес. Здесь можно редактировать. Также есть режим спорт. Получается, все отслеживается. Режим спорт, цели, расстояние. Все это можно задавать. И все это будет показано. Видите, на свежем воздухе, езда. Тут все переключается. Так что здесь есть еще и GPS, да? Ну и мое. Здесь мы задаем с вами цели, какие шаги, калории. Здесь настроечки чего? Аккаунт и безопасность. Вот здесь, кстати, значит, мы можем и парольчик с вами включить. Причем на каждую из учетных записей. Какие у нас есть. Сторонний сервис какой-то. Става можно или здоровье Google подцепить. Установка единиц измерения здесь же у нас. Да, и настройка конфиденциальности. Персонализация там. Выйти из системы тоже здесь. Так, здесь мы с вами посмотрели, потом помощь, тут же есть у нас сразу и обратная связь, тоже у нас имеется, потом настройка разрешения работы в фоне, в моем случае разрешено, это очень важно, и наличие проверки обновлений, как я уже сказал, у меня стоит последняя версия, потому что я уже ее обновил, данных об упражнениях пока нет, пользовательские соглашения, ну вот такие вот часики. Сейчас я, дорогие друзья, эти часы я буду разыгрывать. Подписывайтесь в телеграм-канал. Ссылочка в описании. Дешевенький, конечно, но разыграю. Потому что эти я уже, короче, подарил. Вот эти часики. Ну, хотя еще приедет сейчас человечек. Я спрошу у него, какие из этих, эти или эти. Что он выберет. А которые останутся, я разыграю. Но в любом случае разыгрываться все будет в телеграм-канале. Там будет задан спонтанно вопрос какой-нибудь в течение недели. И кто на него первый ответит, в принципе, тот, наверное, и выиграет. Ну, а вы были на канале SmartWatch. Пока!